нетривіальну подію, яка відбулася у Ізраїлі, перепрошую, в Лівані. Це вже підсвідомо так, те, що напрошуються аналогії з Ізраїлем, тому що там були події, котрі стосувалися, так би мовити, ліквідації бойовиків Хезболи, це ліванське терористичне угруповання, яке, звісно, що воює проти Ізраїлю. Як я сказав, підсвідомо напрошується, нібито це про Ізраїль йдеться, а насправді не факт. Ну, як то кажуть, звісно, що Ізраїль ніколи не візьме на себе за це на відповідальності. Там в Ізраїлі була подія, коли раптом в майже 3000 бойовиків вибухнули чи то в кишені, чи то в руці, чи то біля голови пейджери. Це старі засоби для зв'язку, пейджери, якими користувалися бойовики, і ці пейджери якось раптом, от випадково, так ненароком, скажімо так, потрапили до рук хезболівських, так би мовити, бойовиків. І от як це все сталося, що це означає і яку це реакцію має на Близькому Сході, я сподіваюся, що ми найближчу мить будемо зараз розбиратися з Давидом Шарпом. Раптом майже 3000 бойовиків Хезболи отримали серйозні каліцтва, скажімо так, від користування ось таких пристроїв. Ми в Україні вже трішечки, м'яко кажучи, трішечки призабули, це пейджери, які повибухали. І, до речі, це були, я так розумію, не лише пейджери, але якісь інші пристрої зв'язку, які раптом повибухали в руках, в кишенях, біля голови бойовиків. Я, зі зрозумілих причин, тут в Ютубі не можу показати фото-відео цих понівечень, але можу показати, як виглядає пейджер після вибуху. Я читаю дуже уважно телеграм Ігаля Левіна, який описує всі події, що там відбуваються зараз. Там вже майже, як я сказав, під 3000 бойовиків Хезболи отримали різного роду травми. Це, звісно, що там на руку Ізраїлю, зрозуміло, що Ізраїль, напевно, що ніколи не візьме відповідальність за цей випадок. Більш того, Ігаль Левін пише, що ізраїльським чиновникам заборонили будь-які коментарі давати з цього приводу, що цілком правильно і зрозуміло в умовах, скажімо так, воєнних дій. Тож зараз залишається невідомим бенефіціар, зрозумілий, один із бенефіціарів, але незрозумілий організатор таких серйозних атак Хезболи. Але це однозначно, що завдає серйозного удару по Хезболі. Отак одномоментно 3000 осіб кістяка особового складу, скажімо так, терористичної організації отримати удар, це дуже і дуже боляче. Я, так бачите, по вершках пострибав, можливо, ви зараз додасте трішки більше контексту, детальніше розповісти про цю ситуацію, можливо, навіть вже більше число постраждалих. Видимо, 3000 это пострадавших на данный момент, всего 3 с чем-то, не поголовно все боевики Хезболы, но надо полагать, что значительная их часть, в том числе есть погибшие, не так много погибших, говорят, сотни раненых в тяжелом состоянии, среди погибших есть и много, вообще среди пострадавших, это важно отметить, очень много высокопоставленных командиров. Эти средства связи находились в руках всей, я бы сказал, вот такой вот линейки командования, отнюдь не только рядовых и в первую очередь не рядовых. Например, погибший уже есть один сын из одного из депутатов парламента Ливана от Хизболы, причем сын не из невинных детей, а тот, который сам работал в структурах организации, это мягко говоря. Здесь важно дать несколько разъяснений. И, на мой взгляд, событие произошло, которое произошло, оно абсолютно неординарное, поразительное с точки зрения военной, назовем это, или разведывательно-диверсионной. Но дело даже не в этом. Оно, вероятно, будет иметь далеко идущие последствия, которые мы увидим и услышим в ближайшие часы или дни. Во-первых, почему пейджеры у Хизболы? У Хизболы, безусловно, хватает денег для современных средств связи и, естественно, для гражданских гаджетов. Однако дело в том, что Израиль сильно, одна из сильных сторон израильской разведки, несмотря на то, как она грубо провалилась 7 октября, это технологические возможности. Технологические возможности перехватывать разного рода сообщения и идентифицировать как по имени-отчеству, так и по местонахождению тех, кто эти гаджеты держит на руках. И неоднократно во всем Ближнем Востоке происходили ликвидации тех, кто неосторожно пользовался гражданскими гаджетами любого типа, излучающими устройства, и тем самым выдавал себя, как говорят, противнику. Противнику, как они его называют, сионистскому врагу.
Так вот, у Хизболе существуют строжайшие правила информационной безопасности, которые, конечно же, иногда нарушаются, иногда, в том числе и командиры Хизболы платили за это дорого. Один из способов обойти вот эти израильские возможности – это пользоваться старинными средствами, которые, как принято считать, невозможно идентифицировать тех, у кого они находятся в кармане, и перехватывать. Это и специальные телефонные линии, хизболовские, то есть традиционные кабельные телефонные линии, и вот эти вот пейджеры и биперы. Судя по тому, что мы знаем на данный момент, не так давно Хизбалла получила партию новых биперов или пейджеров, как их назвать, довольно крупную, которая была распределена между боевиками организации разного рода. Разного ранга. И как произошло сегодня в 15:30, произошло почти единовременно, как принято считать, пополучали сообщения и произошли взрывы этих пейджеров по всей территории Ливана и в Сирии, где только они не находились. А это средство, тут важный момент, у посторонних людей они быть не должны были. То есть это как оружие, это средство тактической связи боевиков Хизбаллы. То есть, конечно, он может ее держать в руках и рядом с женой находиться, может дать ребенку поиграть, но в целом это как автомат. Можно сравнить это как его личное оружие, причем секретная связь. Количество пострадавших растет, и определенных сведений у нас нет. Есть две версии. Первая версия, что некой кибердиверсии из большой дистанции, что называется, по беспроводной связи удалось вмешаться в работу этих устройств так, что они перегрелись и взорвали. Значит, такая версия мне выглядит очень странной, потому что я, мягко говоря, сомневаюсь, что перегревшиеся батарейки пейджера в тротиловом эквиваленте наносят тот ущерб, который массово нанесен владельцам этих приборов. Ну, до речі, вибачте, я втручуся. Оця версія зараз вона з'явилася на сторінках Wall Street Journal, де йдеться, що пейджери от якраз мали шкідливе програмне забезпечення, яке могло призвести до нагрівання та вибуху пристроїв. Просто це навіть, напевно, слабка версія в контексті того, що неможливо так, щоб одномоментно після одного повідомлення от раптом всі настільки перегрілися. Ну і так, таких сил вибуху досягнути, це теж дуже дивно. Я плохо розбираюсь в технічній составляющей. Якраз це я допускаю, що єдиновременно послано некі сообщення, щось активовано, всі пейджери отримують якесь сообщення або якесь воздействие. Після цього починається неконтролюємий процес перегріву, вони підриваються. Я человек более приземленный. Из того, что я вижу, как раньше, мне трудно предположить, что перегретый пейджер, как бы он там ни хлопнул, да, вот тут мне российский народный термин «хлопок» сразу напоминает. Пейджер, если он не начинен взрывчаткой, честно говоря, мне сложно представить, что он способен убить человека, или он способен человека покалечить, и главное, что это произойдет в массовом режиме. Да, сотни, как минимум сотни раненых, буквально покалечены, есть и убитые. Перегретые батарейки дают такой тротиловый эквивалент, но это интересная новость, если это так. Если это так, конечно, что тут не добавить, не прибавить. Научиться, не то что научиться, а осуществить такую операцию с массовым перегревом, где этот перегрев ведет к жертвам, которые не достиг жертвам, я имею в виду потерям у противника, которых нельзя достичь массовой бомбардировкой. Что вам сказать? Для меня более приземленно, может я ошибаюсь, это возможно, но для меня это выглядит странным. Более реальной мне выглядит ситуация, когда некая новая партия пейджеров на этапе импорта-экспорта, я не говорю на таможне, а где-то до таможни, было потихонечку заминировано, буквально в смысле слова. В каждый из них вложили заряд взрывчатки, те, кто надо, и дали результат налицо. Кстати, в свое время, в 96-м году, произошла одна из очень знаковых ликвидаций израильских спецслужб. В Газе был ликвидирован командир боевого крыла Хамаса Ихья Яш по кличке Инженер, ответственный за гибель массы израильтян на тот момент. Его убили тогда при помощи, на тот момент новинки технологической относительной. Мобильный телефон. Он получил от своего родственника мобильный телефон, который был заминирован. И в тот момент, когда он ответил, и по другую сторону поняли, кто говорит, взрывное устройство, 11 грамм взрывчатки, находящиеся в трубке, были активированы, и он лишился головы. Судя по тому, что произошло, у меня глубокое подозрение, если я ошибусь, что делать, что какие-то граммы взрывчатки в каждом из пейджеров взорвавшихся присутствовали. В противном случае, как оказывается, все их бывшие владельцы в стародавние времена ходили под серьезной угрозой взрыва, сами того не ведая.
Ну, справді, кадри, які з'являються, вони вражають, тому що така масова атака, яка відбулася, вона, вочевидь, вдарила, от як ви сказали, по найбільш, напевно, такому бойовому крилу Хезболи, тому що кожен, вочевидь, бойовик або кожен задіяний до діяльності цієї організації мав цей пейджер, або більшість, або якийсь кістяк тих, хто... Ну, цінується чия служба, чия робота в лавах цієї організації. Вони мали відповідно цей пейджер. Знову ж таки, той матеріал, про який я вже говорив, Wall Street Journal, що пише про перенагрів масовий. Хоча це може бути вибухівка. От як ви допускаєте, це справді дві теорії. Як на мене, теж більш пріоритетною є з питанням вибухівки, що хтось замінував там. А 11 грамів вибухівки, ну це, чесно кажучи, важко відчути в руці. От просто в кишені, що це раптом 11 грам это снесли гарантированно голову в 96-м году. В данном случае могло быть, я просто это привел как пример, могло быть, например, 5 грамм. И 5 грамм в нужном месте достаточно, чтобы ранить, а где-то и убить, а где-то и покалечить. Ну от, Wall Street Journal пише, що вже до 5000 доходить кількість поранених, і це однозначно буде мати наслідки, якщо говорити там про навіть загиблих, або понівечених, або покалічених, або просто, в принципі, масовий ефект, як так сталося, от це буде мати якийсь певний ефект. Але ви сказали про те, що ви очікуєте, що це може мати ефект найближчі години або найближчі дні. Що ви маєте на увазі таким от формулюванням? Давайте вначале рассмотрим с точки зрения Хизбаллы ситуацию, а потом с точки зрения Израиля, и тогда может стать яснее, что я имею в виду. Во-первых, с точки зрения Хизбаллы уже сейчас очевидно, во-первых, налицо ужасный прокол или просчет, или провал, можно называть это как угодно, то, что они специально ради безопасности связи создавали и внедрили, это именно это и оказалось губительным для них. То есть вот буквально в смысле слова, причем в массовом порядке. Это важно понимать. Это тяжелейший удар на принципиальном уровне. Но кроме вот таких вот репутационных и моральных ударов, налицо тяжелейший удар физический, что называется. Тысячи раненых, заметная часть из них боевики Хизболлы, причем по всей стране, в том числе и в тех местах, где по правилам игры, которые Хизболла сама себе нарисовала, считалось, что Израиль бить не должен, а если ударит, то мы им ответим несколько иным способом, чем мы это делаем обычно. В том числе, конечно же, пострадали отдельные гражданские, это понятно, иначе быть не могло. Если находится в метре от боевика Хизболлы или в метре от этого аппарата, да, есть пострадавшие среди гражданских. Такой силы удар, еще раз, этот удар сложно было бы, тут, на самом деле убитых, видимо, немного, уж больно мало там что взрывалось, но такой силы удар сопоставим с результатами довольно длительной войны на самом деле. Причем речь идет, как вы правильно сказали, о костяке в заметной степени. Сам вроде Хасан Насралла, генсек Хизболлы не пострадал, по крайней мере, они заявляют это. Однако пострадали однозначно некоторые высокопоставленные лица, тут никаких сомнений быть не может. Иранский посол, кстати, ранен. Это, правда, ранен легко, это официальные данные. Показательно Иран и Хизболла, так сказать, почему у него оказался пейджер или пейджер оказался у того, кто был рядом с ним. Так вот, о последствиях для Хизболлы. И они уже обвинили Израиль. Официально Израиль не брал на себя ответственность. Они обвинили в недавнем коммюнике Израиль. Объявили, что Израиль за это заплатит. То есть сама по себе Хизбалла не может снести этот удар обычным способом, что называется, сделать вид, что ничего не произошло. То есть она с точки зрения их понятий должна отреагировать. Как именно, я не знаю. Но надо полагать, что это будет несколько иначе, иным способом, чем то, что они делают обычно. Обычно и так они делают немало в плане ракетных обстрелов. Это с точки зрения Хизбаллы. Что предположим, что это сделал Израиль. Израиль не брал на себя ответственность. Такого рода, я обычно не люблю эпитетов, но это в самом деле операция феноменальная. Таким вот специфическим, современным, технологическим, диверсионно-технологическим, кибердиверсионным комбинация такой атаки вывести из строя как минимум надолго сотни, а может быть тысячи боевиков, причем нанести удар в самое сердце противника там, где он это не ожидал и так далее. Это совершенно особенная операция с военно-разведывательной точки зрения, но дело не в этом. Такая операция была особо эффективна, если она является частью реализуемого большого плана. То есть, например, одно дело ты вот просто нанес болезненный удар, а другое дело ты
переходишь к другим наступательным и атакующим действиям, когда противник в смятении, когда он понес тяжелые потери, когда он, кстати, в заметной степени лишился своих секретных средств связи и вынужден переходить либо на какие-то дублирующие системы, но, возможно, доступные Израилю, а, возможно, просто остался без связи. То есть такой ситуации, если есть большой план, большой наступательной операции, то это может быть теоретически первым этапом, и тогда мы увидим эти шаги, вероятно, уже в ближайшее будущее. Возможно, и нет. Возможно, это не имеет собой такой цели, но эта цель — нанести удар Хизбалле и посмотреть, как она себя поведет. Например, оба варианта возможны. Чисто с военной точки зрения предпочтительным был бы развитие успеха на волне того, что произошло, потому что, безусловно, Хизбалла через какое-то время очухается. Это очень серьезная организация, которая гораздо более серьезна в военном отношении, чем большинство армий мира. И у них есть и дублирующие системы связи, и четкая цепочка командования, иерархия и так далее, и так далее. Тем не менее, очевидно, что Хизбалла сама по себе не может не прореагировать. Израиль сам по себе, и вот тут еще один важный момент фоновый, Израиль в последние недели интенсифицировал атаки против объектов Хизбаллы в Южном Ливане. Эти атаки выглядели так, как подготовка к определенного рода действиям. Не гарантия, но подготовка. Расчищение пути, назовем это так. В последние дни делали соответствующее заявление, что центр тяжести переносится на север. Буквально вчера кабинет министров в качестве цели войны, до этого это формально не было однозначено, обозначил возвращение эвакуированных жителей севера Израиля в свои дома. Это декларативное заявление, оно не имеет оперативного характера, но оно показательно. Как и показательно то, что сегодня целый день совещались и премьер-министр, и министр обороны, которого, по слухам, он собирался уволить еще вчера, совещались в здании Генштаба в комплексе Минобороны. И еще один интересный момент. Сегодня служба общей безопасности Шабак израильская разрешила публикацию очень частично, но разрешила информацию о том, что Хизбалла при помощи своей агентуры внутри Израиля, но агентуры из числа израильских арабов, надо полагать, с израильским гражданством, пыталась ликвидировать бывшего высокопоставленного отставника из израильских силовых структур при помощи качественного взрывного устройства, то есть мины направленного взрыва с дальним управлением, с камерой, которая должна... Чому ви вийшов дуже гарний симетричний, симетрична відповідь, якщо так запускати. І вот тут-то утром собака объясняет, причем в сентябре имела место уже другая такая попытка, когда очень высокопоставленного израильского отставника, запрещено говорить кто, но можете догадаться, очень-очень высокопоставленного отставника, выше почти некуда, если вообще. Так вот, его пытались убить в Тель-Авиве подобным же способом. В сентябре это не удалось, арестовали часть членов группы, но тут секретно спецслужбы наши не сообщают подробностей, кто, где и как. Сегодня мы понимаем, что Хизбалле удалось завербовать кое-кого, а главное, что особенно прискорбно, такого было мало в прошлом, удалось протащить каким-то образом в Израиль качественные взрывные устройства. Так вот, сегодня Шабак, обратите внимание, за несколько часов до происходящего в Ливане рассказывает, что сделала Хизбалла, и при желании можно, что хотела сделать Хизбалла, при желании можно это оценить как пролог перед тем, что произошло дальше.